Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мунитесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по них при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня у нас будет новая серия, в которой мы пойдем в казино. У меня имеются денежки, как бы это почти 3 миллиона. И сегодня я хочу подняться, чтобы как бы купить себе, возможно, домик, либо еще что-то. Поэтому сегодня серийка будет посвящена именно казино. Надеюсь, вам такие серии нравятся. Если нравится, то поставьте лайк. И также можете подписаться на канал. Потому что я заметил то, что мои видосы смотрят не все, кто подписаны. 39% смотрят мои видосы без подписки. Поэтому, пацаны, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. Я вам буду очень сильно благодарен. Потому что моя цель до конца лета добить 19 тысяч подписчиков. А ты мне в этом можешь помочь, если ты вдруг не подписан. Поэтому подписывайтесь. Ну а я погнал в казино. Все, подлетаем быстренько в казино. Здесь машин много, значит, людей тоже много. Сейчас попробуем сыграть вообще. Надеюсь, нам повезет. Потому что хотя бы поднять 2 ляма будет заебись, пацаны. Хотя бы поднять 2 ляма. Да, конечно, загадывать это хреново, но что есть, то есть. Так, покупаем фишечки. Ой, пацаны, я что-то немножко волнуюсь, потому что не хотелось бы все слить. Скоро обнова, нужны побочки, блин. Оставляю себе 80 тысяч на плату квартиры. И полетели, короче, играть в казино. Так, давайте вот здесь встанем, посмотреть заявки. Не, 15 тысяч, пацаны, это пизда. Давайте я по 5 тысяч поиграю хотя бы. Вот, вдвоем создаем. По 5 тысяч, мне кажется, будет самое нормальное. По 15 тысяч фишек играть, пацаны, это сильно жирно. 4-1, бля, я проиграл, походу, да? Да, у него 4-6 выпало. Минус 500 тысяч, пацаны. Так, создать. Давайте обратно 5 тысяч. Вдвоем создадим. Попробуем отбить свои деньги. 1,5. 5,5 у него выпало. Минус, пацаны, лям. Хорошо, я понял. Просто, блядь, минус лям. Уже на ровном месте. Я бы сыграл 15 тысяч вдвоем бы. Но, блядь, это пиздец рискованно. Это очень рискованно. 15 тысяч играть. Так, у меня, по-моему, сколько фишек? Давайте обратно. Не, давайте 10 тысяч. 10 тысяч фишек вдвоем. Вот, 10 тысяч фишек вдвоем попробуем. 6,5. У него 4,6. Фух, затащил, пацаны. Вернул свой лямчик. Отлично. Так, давайте еще 10 тысяч вдвоем. Еще раз залетаем. Попробуем подняться. А, не, я проебал, пацаны. А, не, я выиграл, да? Ебать, плюс лям тупо. Заебись. Я думал, что я уже проебал. Так, давайте еще раз 10 тысяч вдвоем создаем. Фух, пацаны, потная каточка, конечно. 6,4. 2,6. Отлично. Отлично просто. Ох, какой мадражик, пацаны. Ебать мой рот. Так, а где посмотреть фишки, я не помню. Ладно, давайте попробуем 10 тысяч еще раз вдвоем. Вот сейчас винем, просто сёбуем. Винем и сёбуем, пацаны. 3,5. Пожалуйста, 4,5. Сука, он затащил. Ой, пацаны, сейчас походу сливы начнутся. Зря я вот это начал. 4,1. Так, вернул. Бля, еще один раз, пожалуйста, завините все. Один раз, последний. Последний раз, можно завините все, я ухожу. Один разочек просто. Один разочек завинить. Ох, ебать мой рот. Все, пацаны, я ухожу. Я просто съебаю, все. Я ебал просто. 57 тысяч, пацаны. Нормально, нормально, 57 тысяч фишек. Все, пацаны, обмениваем. Я очень доволен. Какие просто ставочки, пацаны, по ляму тупо. Тах. Вот это, пацаны, было просто красиво, согласитесь? Просто было красиво. И теперь можно даже себе домик найти какой-то. Можно реально теперь себе найти домик. На Алексеевке, допустим. Может, я сейчас как раз этим и займусь. Но, пацаны, какие ставочки просто. Туда-сюда, туда-сюда. Лям просто. Просто повезло, пацаны, реально, просто повезло. Потому что два раза был слив. Потом два раза я завинил, потом обратно слив. Короче, пацаны, мне кажется, за эту игру в казино можно поставить лайк. Потому что было просто шикарно и красиво. Согласитесь, просто было красиво. Прям я поднялся, 3 миллиона я поднял. Это хорошо. Погнал искать дом. Если найду, то я вам это покажу. Ладно, пацаны, я все-таки решил не покупать дом, потому что я завтра уезжаю в деревню на 4 дня, и я боюсь то, что дом слетит, поэтому я его покупать не буду. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, я уже нахожусь в деревне, поэтому заходите в мой инстаграм, там будут фоточки, истории, стримы, пообщаемся с вами. Кто не подписан на инстаграм, подписывайтесь, ссылка есть в описании под видео. Ну, какая вообще суть сегодняшнего ролика? Я просто пошел в казик, поднялся, реально, сегодня была, наверное, самая из лучших игр за последнее время. Реально, очень повезло просто, реально, очень повезло. Как везение, я больше по-другому не могу это назвать, потому что реально очень повезло, очень фартануло.